Туц-туц-туц, ту-ду-дуц-туц-туц. Так, стоять, а где туалетная бумага-то вся? Хантер, твою налево, ты опять чебуреки несвежие, что ли, ел? Так, что делать-то, что делать-то? Стоп, а кто это здесь? Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, я не понял, вы что, опять за мной шпионите, что ли? Да, ну вы даете, конечно. Стоп, здесь не только вы, а кто это здесь возле туалета у меня находится, Хантер? Малой, это ты, что ли, там прикалываешься? Слушайте, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто тут стоит возле меня, потому что это по-любому кто-то из ребят, мне кажется, это все делает. И да, пожалуйста, также поставьте лайк под этим роликом, чтобы сейчас кто-то пришел и, ну, как бы, боеприпасы мне сюда, на это место принес, потому что без них я сейчас точно не справлюсь. Да, и с вас также штрафной лайк за то, что подглядываете за мной. Вы что, совсем, что ли? Если б я тут это... Ну, ладно. А также, те, кто из вас еще не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас. И обязательно не забывайте про канал Лески, он тоже находится в описании. Эй, Хантер! Ладно, друзья, у меня тут свои заботы, вам я желаю приятного просмотра. Ух ты, ядрен батон! Это что такое? Тихо-тихо-тихо, Луфи, спокойно-спокойно, все в порядке. Ой, кошмар какой-то. Давно такого не было, честно говоря. Надо проверить. Так... Господи, свет вырубило просто везде. Кто это? Боже, это Леска, я забыл то, что она здесь находится. Леска, Леска, Леска. Шади, Шади. Иди сюда. Слушай, а что происходит вообще? Не знаю, не пугайся, у нас такое было как-то раз, походу снова подземные жители эти сбунтовались. Погоди секунду. Малой, стой, у тебя свет есть какой-нибудь? Так, 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 так. Нормально пойдет такое? Да, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Ребят, ребят, о, Вектор тоже здесь? Что происходит? Что такое? Не знаю, ребята. Хантер говорит то, что сегодня толчки уже давным-давно начались, но сейчас особо сильные. Сказал, чтобы я здесь пока что следил за всеми. О, дядя Шеди. Ай, ты есть та самая Леска, которую вы спасали, что ли? Прикольно. Привет, привет, малой. Здорово. Так, давайте потом это, ладно, все это, мы разберемся. Внимание, внимание. Это говорит Хантер. Ребята, слушайте, сейчас только что произошло такое, что у меня просто волосы дыбом встают, честно говоря. Короче говоря, Стеф, рядовой, выходите из своих комнатушек, отправляйтесь прямо сейчас на северо-западную часть нашей базы, залезайте на две разные крыши. Стеф, не забудь взять снайперскую винтовку. Как-то так. Рядовой, возьми патронов побольше. Шейди и Леска, вы прямо сейчас направляйтесь ко мне. Вы должны лично все это сами сейчас увидеть. Все, ребята, работаем. Нифига себе, Хантер даже громкоговоритель поднял. Да, это особенная тревога. Так, все, сидите тогда здесь, мы скоро будем. Не переживайте, все будет нормально. Ладно, дядь Шеди. Так, пошли. Пошли, бери снаряжение, беги. Так, погоди. А у тебя же нет никакого снаряжения, ёперный театр. Погоди, автомат у тебя есть, по-моему? Автомат есть. Так. Мне какой-нибудь костюм, я не знаю, что-то такое. Чё, у меня какой костюм? У меня защитного костюма. А, есть, есть, есть защитный костюм. Слушай, еще один. У меня тут столько костюмов уже накопилось. Так, вот, держи тебе защищенный костюм, он подойдет тебе отлично. Я возьму немного получше. Вот, мы тебя когда спасали, я вот этот костюмчик урвал. 407-й прототип. Тихо, 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 Вулфи, все будет нормально. Леска, подбери там автоматы. Вот, если чё, я с тобой поделюсь, хотя, честно говоря, я не помню. Так, 9 миллиметров, 9 миллиметров. У меня у самого тут такой кавардак происходит. Слушай, а что, сколько брать-то? Потому что лишнее тоже нести. Да все, что есть, бери. Ты взяла уже автомат там и... или что? Так, так, смотри, у меня сейчас парочку сюда, есть. Сюда, МП-9 взять или... Так, получается, придется с МП-9 снова бежать. 5,56. Вот пускай будет тоже. Слушай, у меня тут просто жесть какая-то. Так, это еда. Аптеки. Аптеки обязательно тоже возьми. Так, у меня тут вроде бы завалялись, но я надеюсь, что так, такого, слушай, количества хватит. Так, там не аптеки, даже нет. Я, конечно, хотя мы одна. С тобой. Слушай, у меня тоже одна, походу. А, нет, не одна. Вот в нижнем сундуке, смотри. У меня там уже много накопилось за все время. Я так, думаю, слушай, то, что. Добери штуки 2-3. Я не знаю просто, как ты себя там ощущаешь по уверенности. Так, короче, я весь рюкзак этот возьму и париться не буду. Так, 9 миллиметров на МП-9. В принципе, и так сойдет. На ней тем более глушитель есть. Правда, боезапас у нее маленький. Так, берет-то не подойдет. 5,56. Ладно, пускай ФАМАС тогда будет на какое-то время. А, я вспомнил. И вот же у меня патроны. Все, ФАМАС не потребуется. ФАМАС не потребуется. Так, так все. Патронов нормально, достаточно, да? Да, 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 теперь точно достаточно. Очень даже достаточно, я тебе, честно говоря, скажу. Так, и, наверное, я еще Сайгу с собой возьму. Хотя мы с тобой даже до сих пор не знаем, что там произошло наверху. Но я думаю, то, что. Сейчас мы с тобой обо всем обязательно узнаем. Так,
А, слушай, давай, последняя проверка. Чё ты там по оружию взяла, чтоб потом нам с тобой не забыть ничего здесь. Так, это я все просмотрел. МП-9. Все, готово? Пойдем. Да, готово. Хантер там уже заждался, наверное. Так, аптеки, еда, свет, так, обязательно. И все остальное. Сейчас еще раз гляну, что-то мне прям это, честно говоря. Давай. Суета, но спешить тоже надо, конечно. Все, так, свет есть, все есть. Сейчас, так, я пойду пока что к Хантеру поднимусь и сюда хотя бы выйду. Так. Обалдеть, у нас даже в главном зале, получается, свет тут полностью вырубило. Жесть, конечно. Так, пойдем, пойдем, дверь не забывай только закрывать, потому что если сейчас они внутрь зайдут, то мы не успеем ничего сделать. Хантер! Слушай, а база вообще крепкая? Ага. Конечно, мы под землей здесь находимся. Хантер! Ну наконец-то, ребят, ну вы где там болтаетесь? Да снаряжение проверяли. Леска там еще долго собиралась, и придешь, костюм пришлось носить и так далее. А, ладно, короче, не об этом. Главное то, что здесь уже находитесь. Я ничего говорить не буду, просто смотрите на эти кадры сами. Ядрен батон ваш, это что такое? Это что? Как такое вообще могло произойти-то? Стоп, это корабль? А как он, откуда он? Как он пробил такое количество острова? Да вот не знаю, как пробил. Мне интересно, что это за корабль такой? Откуда он появился здесь? Ну, понятно то, что из моря. Я имею в виду, может быть, его кто-то сюда специально наслал? Только мы Леску спасли, и сразу на нас остров прилетает корабль. А на следующий день нам что, ядерный удар, что ли, ожидать здесь? Да, не нравится мне это. Ладно, вы по громкой связи слышали, что я сказал? Стой, Хантер, приблизь-ка немного. А это что за солдаты там ходят? Они... Погоди, смотри, солдаты, а их зомби не трогают. И вправду не трогают. Странное. Слушай, ладно, давайте дуйте. А, только к этому. К доку обязательно прямо сейчас загляните. Его там, говорят, поджали. На рацию он не отвечает. Я последнее, что услышал, спасите и так далее. Все, давайте, ну, ребята. Ладно. Давай, бежим скорее. Все, пойдем, Леска. А, через второй ход пойдем. А, оттуда будет намного быстрее и безопаснее, как мне кажется. Корабль протаранил просто нашу землю, на которой находится наша база. Это какая-то жесть. Так, давай, на нулевой этаж поднимайся. Я бегу. О, кстати, а на улице-то на самом деле не так уж и темно. Тут уже давным-давно светало. И я думал, что тут совсем темно будет, а оказывается, на самом деле нет. Тут очень даже приятно, я бы сказал. Так, пойдем. Слушай, если что-то с доком, честно говоря, вообще... Нет, хотелось, надеюсь, что все в порядке. Он здесь успел, и тем более он там... Я последний раз видел, когда мы вчера экскурсию проводили, он был в этом, в защитном костюме, как у тебя. Так что все будет нормально, наверное. Так, давай. Надеемся. Все, погнали в самый низ. Идем. Так, я побегу вперед, ты давай догоняй. Бегу. Сейчас главное, чтобы с доком было все... Нормалек только. Так, давай же, док. Док. Док, ты здесь? Да, Шэдди, я здесь. Отзывается, ура. Слушай, что у тебя? Да зомби захватили рацию. Вернее, я ее обронил. Она где-то там. Вот. Ладно, мы сейчас тебе поможем, ее тебе оттащим. Слушай, а ничего не будет из-за того, что у нас там электричество на базе отрубило? Там же это, снизу мама малого там наполовину инфицированная лежит. Я сказал Хантеру, чтобы включал резервное питание. Думаю, то, что ее системы будут в порядке. Окей, ладно, док, давай, мы за рацией тогда. Так, резко, знаешь, как сделаем? Давай. У меня костюм получше. Ты стой здесь, я дверь открываю, и ты делай так, чтобы если кто-то сквозь меня пройдет, прям сюда, ты их не пускай внутрь, ладно, к доку? Все. Так, все поняла. Погнали. Так, все, стой там. Ой, тихо, назад, быстро, стреляй сейчас. Они пойдут сейчас. Так, тихо. Патрончики. Давай, вали их. Так, пропускай. Так, стреляй. Продолжай. Давай. Как будет перезарядка, скажи мне, я пойду. Так, работаем. Сейчас будет скоро, готовься. Давай. Готов. Понял? Валю их. Так, блин, сейчас. У меня патронов боезапас маленький. А оружие ближнего боя бери, они к доку прошли. Так, тихо, док, все будет нормально, не переживай, док. Так, фух, все. Слушай, обалдеть, у меня костюм мощный. Так, нормально. Меня нормально, вообще практически нормально. Даже ничего сделать не смогли. Вот это не может не радовать, конечно. Все, мы... Можешь выходить, тут уже более-менее чисто все. Чисто, да? Так, все. Так, а вот и рация, кстати. Док, держи. Вот на стол кладу. Вот твоя рация, мы побежали дальше. Все, пойдем, Леска. Пойдем. Мне уже, честно говоря, сейчас не терпится посмотреть, что это там за корабль такое принесло. Ты видала, там были солдаты. Прямо солдаты вообще были на самом корабле. Странные.
очень странно себя ведут, честно говоря, да, и то, что еще зомбаки их не трогают. Вот это странно, вот. Да, странно то, что непонятно, кто себя странно ведет, солдаты, которые не трогают зомби, или зомби, которые не трогают солдатов, вот в чем вопрос тогда получается, наверное. Так, слушай, я сейчас этот глушитель нафиг, наверное, сниму пока что, все, без глушителя пойду, а то, мне кажется, скорость полета пули замедляет, и из-за этого убойность падает, и я зомби, фиг знает сколько всаживаю патронов, как только что это было. Так, слушай, поднимаемся, просто, поднимаемся. Просто до черта дофига мы справимся, нет, с тобой интересно. Да, там же этот, Хантер, ой, вернее, ой, блин, Стеф находится с рядовым на позиции. На, закрывай. Фух, отлично, все, зомби, справились. Так, дверь закрывай, хотя сколько раз повторять, я тебе говорю, на базе всегда надо двери закрывать. Все. Дверь не закрыла, а вон, кстати, и корабль. Считай, зомби сожрали, вот что я забыл взять, бинокль, оказывается. Так, на этих зомби внимание не обращай, давай за мной беги, побыстрее пробегаем. К ребятам сейчас на позицию придем. А слушай, не получится мимо прибежать. Что-то их тут развелось. Ой-ой-ой, да, как на самом деле многовато, честно говоря. Уже, да? Слушай, на тебе, успели. Получай. На, стопора так, тебе. Черт. Слушай, меня так. Реально не пока что. Костюм цел, и меня очень даже тяжело пробить. Зомби но еле-еле это делают. Да, это не может не радовать на самом деле. Так, на тебе, получайте. Во, без глушителя я понимаю. Намного-намного лучше. Так, держи, пойдем. Так. Леска, Шеди, это вы там? Это мы! Вы где там? Мы здесь, на крыше. Давайте идите туда. Будьте аккуратны, там только эти солдаты с зомби вообще никак не конфликтуют. Такое чувство, как будто бы, я не знаю, то ли зомби там ослепли, то ли солдаты стали зомби, я без понятия, но смотрите, будьте аккуратнее, у них автоматы. Ты думаешь, что они стрелять, что ли, смогут? Да кто его знает, Шеди, может быть и смогут. Ладно, давайте, мы на прикрытии. Леска, Шеди, помоги, он там сейчас под огнем находится. Есть, я все. Да нормально, справлюсь. Не отставай. Сейчас попробуем в сторону корабля пробраться и посмотрим, что там это будет только. Давай с этими только разбирайся аккуратней. Слушай, попробуй не стрелять в этих военных только, как-нибудь попытайся там это, не завалить их, ладно? Может быть, есть шанс на то, что они нас тоже сейчас трогать не будут. Кто их вообще хорошо, знает давай. Только. Только максимально так. Ты попытайся их не трогать, окей? Так, окей, дайте вам постараюсь. Зомби, получайте. Так, прям, ой, спиной. Тихо, в сторону, аккуратнее. Сейчас, погоди, меня тут трое преследуют. Слушай, меня да я вижу, да у тебя там 75 патронов, тебе можно просто за секунду, не знаю, всю эту толпу раскидывать. Я тут с этими 20 патронами еле-еле справляюсь, на самом деле, с этой толпой. Все. Ну, слушай, куда мне с твоим мастерством? Так, пойдем дальше, так. По-моему, слушай, пока что они поодиночке пошли. Слушай, не трогай военных, окей? Если что, вообще, я сначала думал то, что их попробовать в них стрельнуть, сейчас я полностью передумал, и, короче, вообще в них не стреляй никаким боком, окей? Так что это, все, давай, идем аккуратней. Так, идем. Так, слева еще. Выманивай их подальше куда-нибудь, чтоб этот, кто его знает, шальная пуля взлетит военных, нам это не надо совсем. Вот, так, справа тебя обходят. Забирай его, я пока что дальше пойду, остальных зомби на себя переманивать. Боже мой, так. Я просто глазам поверить не могу, как такое произошло. Слушай, и вправду, военные нас не трогают. Убери вообще огнестрельное оружие сейчас пока что. Убери его полностью. Потому что бери какое-нибудь оружие ближнего боя и давай с этими зомбаками справляйся. И сейчас будем с тобой в сторону корабля перебираться. Потому что мне кажется то, что с этим можно явно что-то придумать. Так, тихо, пускай слушай, они сейчас... Почему? Справа, бери их, они сюда влазят. Так, давай. Ай, ё-моё, Леска, ну что ты спишь-то только? Ну сколько? Я прям меня вниз скинули. Не тормози, пожалуйста, меня взяли, так, прям сюда скинули. Так, тихо. Сейчас я на корабль поднимаюсь тогда уже дальше. А, так, не получится нифига. Нифига мне тут не получится подняться. Погоди, сейчас что-нибудь придумаю, пока что не знаю. Меня тут капец поджали, конечно. Не знаю, импровизируй, что-нибудь делай там. Да только боюсь, не сделай так, чтобы меня не прокусили тут. Давай за мной иди. За мной. Спаси меня. Так, нате, получай. Фух, так, жесть какая-то. Сюда проходи, давай за мной. Погоди. Так. Так, давай сейчас, быстрее. Сейчас. Я сейчас буду на корабль уже пробираться. Смотри, не упади только. Так, опа. Отлично. Так, давай за мной аккуратно. Так, только смотри, там реально не провались и как бы там этот. Сейчас вниз улетишь и все. Так, давай. Пока что эти солдаты меня реально не трогают, блин, какие они страшные. Только тихо, не задень его. Так, все, да, давай. Я отойду подальше хоть отсюда. Тихо, за мной иди. Рацию. Так, рацию отключи на всякий случай. Чтоб это... Рации не было. Хотя, нет, рацию не надо отключать. Все-таки мы же стреляли возле них. Они нам ничего не сделали? Ничего не сделали. А что происходит? Они просто реально стоят как вкопанные. Я не знаю, у меня такое чувство, как будто бы у них процесс какого-то заражения идет, и они, то есть, не до конца стали зомби. Слушай, а там, смотри, гигантичные. Тихо, блин, тут снизу прям капец инфицированные. Вставай на тот край корабля, вон туда напротив меня.
и сделаем перекрестный огонь, чтобы зомби как-то друг на друга переманить. На тот край корабля, леска, не тормози, вот туда напротив, вставай меня, да. Так, сейчас давай, начинаю стрелять, ты тоже в них пока что потихонечку веди огонь. Вот, да-да-да, вот так вот, все. Так, они на тебя. Ой, я только что заметил то, что вот эта гигантина валяется. Слушай, ее кто-то завалил тут, получается. Фига себе. Там много лезу, да? У тебя, да, достаточно. У меня тут есть кто-нибудь подо мной? Я вижу, тут есть, потихоньку есть ко мне начинают проходить. Так, под тобой еще один. Ну ладно, это мои заботы. Я их сам себе заберу. Обалдеть, поверить не могу. Они просто не реагируют никаким образом. Ни зомби на них, ни они на нас. Жесть какая-то. Так, сейчас так, к тебе еще понял. Твою... Так, я спускаюсь. А что-то нет, я думал, то, что ты уже стрелял, у тебя же там 75 патронов. Капец. Так, давай. Все, минус 2, спускайся, можешь спускаться потихоньку. Смотри, только этот автомат к небу не поднимай, а то шальная залетит куда-нибудь к солдатам. И все. Мне кажется, они будут явно точно недовольны. Давай, с ближнего вон того добивай. Я пока что заберусь с теми, кто внутри находится. Так, на, получай, гадина. Добила? Так, вроде бы всё, да? Да, ух, жесть какая-то, давай заходи. Ух, капец, ну и корабль, конечно. Мурашки по коже. Твою-то налево. Еще бы немного, ты посмотри, сколько динамита здесь лежит в этих ящиках. Слушай, мы с тобой стреляем. Жесть просто. Это... Слушай, погоди, а что это тут такое? Снизу по лестнице. О мой боже, это слушай. Динамит? Я не знаю, тут бомба гигантская, прям как лаборатория. Еще бы немного, если бы корабль носом заехал бы дальше на территорию, тут бы от этого соприкосновения бомбануло бы просто все. И от нашего острова, наверное, даже ничего бы не осталось вовсе. Да реально не осталось. Так, тихо, тут вообще не стреляй, не дыши и вообще лучше ничего не делать. Так, слушай, а куда тут дальше-то идти? Туда мы не поднимемся, здесь ничего не сделаем, а здесь у нас... Внимание, проход не разгружать. Проход не открывать. Чё за проход-то такой? Слушай, как думаешь, что там может находиться за ним? Слушай, ну смотри, если тут столько бомб и динамита, видимо, что-то в том же роде. В любом случае, мне кажется, то, что выхода у нас нет, придется копать... Куда туда. Короче, ладно, давай тогда потихоньку разбирать. Дальше посмотрим, что там найдется.